Давление в трубах повышают до 10 атмосфер. Это почти в два раза больше рабочего состояния. Так систему проверяют на герметичность. И если она выдержит, то и зима будет спокойной, без аварий. Проверяем, держит ли узлы, ну, на предмет утечек. Меняем задвижки, манометры. То есть готовим полностью все к отопительному сезону. Такие проверки проходят в каждой многоэтажке. Это самая главная работа для коммунальщиков летом. Если во время прессовок обнаружены неполадки, их должны успеть устранить до начала отопительного сезона. Приходится выводить дополнительно людей, потому что домов много, объем большой. Ну, чтобы не выходить из графика, стараемся. Сезон гидравлических испытаний стартовал 20 мая. В первом этапе специалисты проверили на прочность больше сотни километров городских сетей. За первый этап гидравлических испытаний выявили слабые места, то есть испытали 114 километров тепловых сетей, устранили 40 повреждений, ну и, соответственно, предупредили возникновение этих повреждений в будущем отопительном периоде. По словам специалистов, о динамике говорят цифры. За три года количество поломок на сетях в регионе снизилось больше, чем на 30%. Это очень хорошие цифры, и в этом случае мы позиционируемся на федеральной повестке как один из лидеров регионов по этому показателю. Всего в Тюмени 850 километров сетей теплоснабжения. Проверить предстоит каждый участок. Работы продолжатся и в многоквартирниках. Во время второго этапа гидравлических испытаний это больше 450 домов. Юлия Никифорова, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.